Приветствую вас. Вы знаете, обиды, Олег, которые появились у вашей девушки, может проработать только она сама. То есть мы в этом смысле вам можем подсказать только то, как сделать так, чтобы обид больше не было, например, с ее стороны, да, то бишь гармонизировать отношения в некотором смысле, в некоторой степени. Это то, что мы можем реально сделать для вас. В остальном, мне кажется, что, вот, знаете, мне кажется, что в остальном обиды девушки — это исключительно ее ответственность, но и ваша ответственность в том, что вы сделали тоже. Для начала, зачем вы рассказали своей девушке сон о студентке своей? Особенно, если вы отдаете себе отчет в том, что сон был интимного характера. Для чего вы рассказали ей об этом? А чего вы ожидали от своей девушки? Стало ли для вас неожиданностью, собственно, тот факт, что она обиделась, например, на вас? Какая у вас вообще была изначальная, ну, цель изначальная? Изначальные желания какие были у вас? То есть вы же для чего-то это сделали? Вы же зачем-то это сделали? Вот. Понимаете? Вот. Так что здесь вот нужно этот момент исследовать. Для чего вы сделали то, что сделано? Дальше идем. Значит, так, ну во сне про сон, собственно, здесь, к сожалению, все понятно, то, что у вас есть увлечение студентки. То есть тут ничего плохого нет, вот, но, на мой взгляд, значит, вы свои отношения с девушкой, ну, выстраиваете, я бы не сказал, что хорошо и гармонично. Вот. Ну, по моему мнению, по крайней мере. Вот. Дальше идем. Значит, вам чего-то не хватает в отношении именно со своей девушкой. Вот. Это нужно понять. То есть понять, что вот ваш сон означает неудовлетворенность чем-то. В отношениях со своей женщиной. Дальше вы пишете следующее. У нас студентка общая ученица, Женя, студентка, обучает ребенка игре на гитаре под моим руководством. Практика пост, у вас нет показывать инструменты, детская проверка, моей девушке больно, что я не хочу сейчас детей. То есть вот проблема
вот проблема детей, и она чувствует себя нереализованной, наверное, не уверена в себе, что вас, конечно, наверное, напрягает тоже. С чужими не чувствую, нас это такой общий ребенок, ей больно от этого, но я же не виноват. Вы не виноваты, но вы ответственны за то, что не, вы ответственны за ее чувства на самом деле. Вот вы ответственны за то, что она ощущает. Девочка расстроилась, что я хочу студентку свою, даже если бы это было так, я же не изменяю. А вы думаете, что физическая измена — это все, чем определяются отношения? Она чувствует себя не единственной. Я чувствую себя нужным Жене, мне хочется ей помочь. Ну, вот с этим нужно поработать, что это за чувство настолько ли оно истинно, как вы его говорите. То есть, почему вы чувствуете себя нужным Жене, и почему вы хотите ей помочь? То есть, мне кажется, что вы обманываете себя, а девочка это чувствует и, соответственно, нервничает. Вам нужно разобраться в своих желаниях, чтобы вы адекватно могли высказать их своей девушке, и тогда, я полагаю, ваши отношения перейдут на качественно новый уровень. Либо закончится, потому что то, что сейчас происходит, это скорее по необходимости, это скорее по надобности вы со своей девушкой. На этом все. Отдельным пунктом идет вопрос детей, то есть почему девушка так отреагировала на то, что вы не хотите детей, это вот очень важный момент. Такое ощущение, что вы выбрали себе девочку, очень неуверенную в себе, потому что сами, по-видимому, не уверены в себе. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Буду рад помочь». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.